Новая зона отдыха в Лямбере появилась относительно недавно, в октябре текущего года. Ее строительство стало возможно благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», право на участие в котором село выиграло в прошлом году. В этом году мы благоустроили общественную территорию возле ДК, куда входит несколько зон. То есть у нас здесь на этой территории представлена детская площадка, сквер и летняя сцена. Каждый житель села Лямбер может найти себе занятие в этом замечательном месте. Также в 2020 году была у нас реконструкция Дома культуры, и это дополняет общий вид центральной части села Лямбер. В проект было вложено 15 миллионов рублей. На них установили удобные лавочки, сцену, оборудовали детскую площадку и поставили уникальный арт-объект. Надпись «Я люблю Лямбер» выполнена в особом стиле с учетом местного колорита. Эта зона сейчас является притяжением, таким местом. Здесь очень много отдыхающих, молодые семьи приходят, матеря с детьми играют на детской площадке. Также более взрослое поколение проводит время, сидя на лавочке, проведя какие-то свои беседы. Вот. Те семьи, которые приводят своих детей на занятия кружками в ДК, могут также провести время в ожидании в прекрасном месте. Вот. А уже мероприятия, которые будут проходить у нас в селе Лямбер, будем проводить в хорошую погоду на летней сцене. Анастасия Целигина, Сергей Соколов, «Народные новости», Лямберский район.